Пострадавших от наводнения в населенных пунктах Приморского края эвакуировано почти 3000 человек, включая 582 ребенка. О текущей ситуации по ликвидации последствий стихии доложили на совещании у губернатора Олега Кожемяка. Как сообщил министр по делам ГОЧС края Александр Златкин, сейчас паводковая обстановка на территории региона нормализуется. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечена группировка сил в составе 719 человек, 251 единицы техники, 40 единиц плавсредств. Организована работа 8 лодочных переправ в Красноармейском, Уссурийском, Октябрьском округах. Олег Кожемяка обозначил, что в настоящее время главная задача – проведение аварийно-спасательных работ и обеспечение людей предметами первой необходимости. Во многих районах введен режим чрезвычайной ситуации. Администрация на местах занимается в первую очередь, конечно, аварийно-спасательными работами, с тем, чтобы жители пострадавших районов были обеспечены всем необходимым, находились в пунктах временного размещения, обеспечения продуктами питания, водой, предметами первой необходимости. Конечно, это сейчас главная задача. Мы проанализируем сегодня, как обстоят дела уже и на местах вам виднее, со сходом воды, по возвращению людей непосредственно в свои дома. Вот здесь необходимо принять все тогда меры уже к обеззараживанию именно и станции водоподготовки, обеззараживанию той воды, если она уже будет подаваться, аккуратно подойти к подаче электроэнергии, с тем, чтобы не было несчастных случаев, предварительно все проверить, просмотреть, вот, то есть убедиться в том, что нет подтопленных ТП, что все фидера надежным образом будут подключены и не создадут угрозы.